Добрый день, меня зовут Сергей Меньшиков, я фэшн-визажист. Сейчас я вам расскажу, как трансформировать макияж из дневного в вечерний. Здесь у нас уже есть дневной макияж, но в течение дня съелась помада, может быть, выступил какой-то жирный блеск, что-то. В общем, макияж готов к поправке. Переделки, трансформации в вечерний макияж. Специфика вечернего макияжа, он более плотный. Он работает у нас на искусственное освещение, на направленный источник света, а не на рассеянный, как днем. Поэтому, да, мы здесь добавляем яркость, чтобы искусственное освещение у нас не съело краски. Припудрили. Можно усилить румяном. Тут уже можно взять несколько цветов, проведя одной кистью. Румяна наносим на том же самом месте, но уже плавно растушевываем к нижней скуловой части. Если вам кажется, что вы слишком много взяли, всегда проверяйте на руке. Снимайте остатки на руке. Тогда вы избежите пятен на щеке. Также усиливаем цвет бровей тем же самым цветом, что делали утром. Ну и немножечко интенсивнее. Поправлять макияж желательно при равномерном освещении, рассеянном и желательно желтом цвете. Потому что белое освещение, оно съедает наши краски. Усилили наши брови. Теперь приступаем к теням. Цветовую гамму выбираем. Вернее, даже не выбираем, а берем то же самое, но усиливаем и добавляем цвета. Берем тот же самый джинсовый, сатиновый оттенок. Мы должны интенсивность цвета показать, то есть вот самый яркий цвет у нас должен быть посередине. Посередине века, остальное мы растушевываем к внутреннему и внешнему уголку глаза. Особенность азиатского века то, что не имеет ярко выраженной складки при открытом глазе. Соответственно, цвет не должен у нас выходить за ресницы при открытом глазе. То есть он не должен кричать, он должен слегка скрываться. Берем самый светлый оттенок, который мы наносили на подбровную дугу. Прорабатываем 1/3 внутреннего уголка глаза. Опять соединяем первый и второй цвет. Таким образом мы усложняем наш макияж игрой цвета, перехода цвета от светлого к темному. Здесь уже мы прорабатываем нижнее веко. Также самым светлым оттенком тоже 1/3 внутреннего уголка нижнего века. Берем также немножко второго оттенка, то есть джинсового, который у нас основной цвет. И прорабатываем нижнее веко, но самый контур. Самый контур – это ресничный край. Во избежание пятен, когда вы набираете тени на кисточку, либо на аппликатор, всегда излишки снимайте. Это придаст безупречность. Теперь у нас появляется третий цвет, черный, но более интенсивно, чтобы придать выразительность и томность взгляду. Здесь мы уже проходим по всему ресничному краю, от внешнего к внутреннему уголку. Также прорабатываем нижнее веко 1/3, чтобы углубить наш цвет. Делаем усиление на ресницы, то есть прокрашиваем, не смывая ресницы. Прокрашиваем вторым слоем, не набирая новую порцию туши, мы прокрашиваем слегка нижний контур ресниц.
Если у нас есть черный карандаш, мы делаем небольшую стрелочку. Но стрелочку мы делаем не по всему ресничному краю верхнего века, а лишь уголок. То есть задача черного карандаша в завершении макияжа, он придает четкость и выразительность взгляду. Теперь у нас остались губы. Губы мы подкрашиваем уже усиленно интенсивно, так как нам надо задать, скажем, такую основу для стойкости помады. Здесь мы уже не будем использовать блеск для губ. Блеск для губ у нас на день идет. Цвет карандаша тоже должен быть либо натурально коричневый, либо натурально розовый. Желательно сухие карандаши. Они предотвращают растекание помады в течение вечера. Прорабатываем карандашом всю область губ, не только контур. Благодаря этому помада будет держаться дольше и ляжет у нас плотнее. Потому что некоторые виды помад, они бывают полупрозрачных текстур. Здесь мы можем воспользоваться уже более плотным розовым цветом, можно с золотым перламутром. Финал нашего макияжа. Мы берем какие-нибудь красивые рассыпчатые блестки. И самой-самой пушистой кисточкой, что у вас есть, украшаем наш макияж по всему веку. Искусственное освещение, оно очень любит, когда на нем что-то отражается, играет, переливает. Поэтому, учитывая это, мы будем самой красивой на этом вечере. Тряхиваем остатки. Вечерний макияж готов. А теперь приступаем к волосам. То есть у нас уже с утра были заготовлены кончики волос, подкручены. Сейчас мы это соберем в такую легкую небрежную прическу. Для этого нам понадобится лак и расческа. Для того, чтобы приподнять затылок, мы лишь у корня немножечко подчесываем, сбрызгиваем это лаком. Нам не нужна статичная классическая прическа, нам нужен лишь прикорневой обвил. Для прикорневого начала желательно иметь вот такую тоненькую расческу, она не займет много места в сумке у вас. Наша экспресс-укладка готова. Теперь мы готовы сражать мужчин своей красотой.